Все отправляли его. Кто домой? Все? Все. Где это видно? А, извините, да, мы не записываем каждый свой шаг, как вы это делаете. Где это видно, что мы это не записываем. Пошли холодно. Пошли, если, бы я, если бы я на вашем месте был бы, я этого мальчика отправил домой. Понимаете? Пошли, домой. Куда? Чтобы его забил отец? Или зачем? Мать его избила зачем? Бы, да? Зачем? За этим? Зачем? Да? Все, пошли. Понимаете, когда я мертвый, ой, господи, когда я живого человека не в трезвом состоянии отправляю домой. Идите пускай... домой, пожалуйста, ради бога. Вы не в трезвом состоянии, идите домой, вас отправляем. Все. Я? Не да. делайте так больше, не поступайте по совести. Если вы хотите наклейку, дайте мне ее, я ее наклею. Куда? Вот и все. Куда? Хотите на дверь наклею, будет висеть. Все, тогда всего доброго. Все, пошли. Тогда холодно, вот, холодно очень. Вот, так нельзя поступать дальше. Как? Нельзя. Вот так нельзя поступать. Вы знаете, потому больше что вот это называется свинское поведение. Вы какое свинское вот такое, поведение? Как у вас сейчас. Ну почему свинское? Ну потому что вы пьяные, да. Вы сейчас мне пытаетесь доказать своего. Ну вот, вот это. Давайте заходите домой, мы все вопросы ответили следственному комитету. А каждую сплетником отвечать мы собираемся.